каждым годом. Наш город становится все красивее. Каждый год открываются новые дворики. Еще один уголок в Северном округе стал красивым и уютным. Вы очень его долго ждали и долго к нам обращались. И когда мы в прошлом году формировали программу «Двор», то вместе с Александром Николаевичем Кузнецовым ровно год назад он сказал, надо этот двор делать. Я хочу попросить всех вас, и юных, и опытных, берегите вот эту красоту, приумножайте ее, помогайте тем, кто эту красоту делает. Вы обещаете, что этот двор будет всегда таким красивым, и вы его сохраните, а? Теперь можно почувствовать, что действительно вы будете следить за тем, чтобы сохранить этот двор на долгие годы. Двор-то не приняли вы? Приняли. Не приняли? Приняли. Приняли? Да. Если двор приняли, то как минимум обязуемся, что в следующем году их будет примерно столько же. Лариса Кривобоцкая работала дворником в этом дворе на протяжении всего строительства. Ее труд не остался без внимания. Она была награждена почетной грамотой и ценным призом. Тут много народу принимало участие. Если бы не весь народ, дворик бы не построили. Вам результат понравился? Очень. Мне нравятся машинки вот эти. Нравится горка вон та, спиралька. Асфальт хороший положили, до этого был плохой асфальт сильно. Здесь мало чего было, а где это? Одна коробка игральная для футбола и все. Вон там тоже двор соседний построили, тоже там хорошо. Там мотоцикл, машинки там на пружинках. Двор стал красивый, цветы пусть посадили много. Ну вы теперь за это будете больше времени на улице проводить? Да. Конечно.